мероприятий города и района. Организатором конкурса выступил Дубровинский районный комитет, общественное объединение БРСМ и Центр культурно-досуговой деятельности Дубровинского района. 5 молодых, самых активных специалистов поборются сегодня за звание лучшего. А чтобы стать лучшим, придется и себя показать, и на других посмотреть в прямом смысле этого слова. Визитная карточка, защита проектов, викторина, сбор пазл и даже конкурс караоке – вот самые основные этапы на пути к победе. А мы покажем вам только самое лучшее, поэтому смотрим. Сегодня пред вашим судом предстану я, всеми любимая, многих раздражающая, но никогда не унывающая Шурина Анна. Кому не важны награды, кому не кружит головой успех, о них написана эта баллада, они о тех, кто исправ тех. Вся жизнь на планете идет по кругу и выполняя закон естества. Во всех поколениях люди друг другу передают секрет мастерства. Кому не знакомы ступени системы РУ, СЗУ, ПТУ и ПУ, они все главы из вечной системы. Как лучше детей обучать нам труду? Сюда не идут элитные дети. Но это, пожалуй, совсем не беда. Ведь никакая элита на свете не может брать жить без людей труда. Несмотря на жизнь и скорость, сердца наши всегда горят. Другим мы дарим только веру, вселяя бодрость в тело, дух. И кажется, манит победа под силой наших крепких рук. Если вы на хворость, выйдите из дома. Если вам не радость, солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своим знакомым. С вами вовсе не знакомый встречается. Анна Шурина занимает третье место в конкурсе лучшей по профессии. Дипломом награждается Виктория Волновская, занявшая второе место в конкурсе «Лучший по профессии». Дипломом награждается Ирина Кондратьева, занявшая первое место в конкурсе «Лучший по профессии». Дорогие друзья, дерзайте, действуйте и помните, что все у вас получится. Главное –